Второе правило – это используйте региональные теги в тегах вашего канала. Что это значит? Да? Мы всегда говорим, что нужно брать более узкие теги, отказываться от широких. То есть если вы возьмете тег канала просто «Салон красоты», то вы будете конкурировать со всеми салонами красоты во всех городах, во всех странах, на всем земном шаре. Если вы возьмете салон красоты в России, то вы уже сузите круг салонов, с которыми вы конкурируете. Но на самом деле вам и по России не нужно так продвигаться, как нужно продвигаться по своему городу и даже по своему району. То есть если вы, например, находитесь в Москве, то для вас лучше написать не просто тег «салон красоты», а «салон красоты в Москве» или «салон красоты в центре Москвы», или, например, «салон красоты в Хамовниках». То есть вы регионально выделяете свой салон из всех остальных. Если брать уже на примере школы, да, вот не просто бесплатная школа видеоблогеров, а онлайн-школа видеоблогеров, да, то есть мы выделяем то, что мы находимся в онлайне, а не в офлайне, например. Или, например, есть у нас подписчик, который тоже хочет открывать свою школу видеоблогеров в Краснодаре, да, у него тогда тег-канала будет не просто школа видеоблогера, а именно школа видеоблогера в Краснодаре, то есть он выделяет себя регионально, чтобы зрители из определенной области, которые все-таки больше являются его целевой аудиторией, чем весь земной шар, быстрее его находили. То есть всегда учитываем региональность, и если у вас есть возможность ее прописать, если это актуально, особенно это касается всевозможных коммерческих компаний, таких как салон красоты, магазины, туристические фирмы, да, то есть всегда прописываем региональность. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.